Ну что ж, дорогие друзья, заканчивается 5-е юбилейное путешествие приключайников на сказочный остров Цейлон. Остров, где растет и производится настоящий цейлонский мартин-чай. В этом году было 13 приключайников. Многие из них были на Цейлоне в первый раз, а половина из них были соучайники. Это не случайно, потому что у соучайников самый высокий шанс выиграть путешествие на Цейлон и самый высокий шанс попасть на Цейлон. Почему? Потому что каждый 10-й активный соучайник получает путевку в подарок. А остальные соучайники за это время, за год, зарабатывают столько марок, эквивалентно в рублях, что это позволяет им купить всегда путевку за свой счет. Ну, например, Тинка Бендотта в прошлом году была на Цейлоне за свой счет, а в этом году ей повезло, она выиграла путевку именно среди 10 активных соучайников. Ну, конечно же, среди приключайников были и победители игр, таких как «Земляк земляка слышит издалека» и игры «Чайный счастливчик». Они также получили путевки в подарок. И в этом году, в этом наступающем уже нескучайном 2012 году, потому что каждый нескучайный год начинается с конца февраля, когда мы возвращаемся из Цейлона. Конечно же, мы продолжим игру и «Чайный счастливчик», и «Земляк земляка слышит издалека». И очень важно, чтобы вы знали, что шансы выиграть в этой игре у всех одинаковые. И у опытных нескучайников, и у тех нескучайников, которые только-только пришли на наш сайт. Так что приглашайте на сайт земляков, заглядывайте вечерами на прямые эфиры Маркин Радио, который вещает на markin.ru. В игре «Земляк земляка слышит издалека» можно выиграть путевку самому, стать победителем, как, например, стала Илинка из города Владимир. Ну, а можно, будучи завлечайником, то есть приглашая людей на сайт, просто пригласить такого человека, который возьмет и окажется удачливее вас и выиграет путевку на Цейлон. Но поскольку вы его пригласили, поскольку он ваш подопечный, он автоматом забирает на Цейлон с собой и вас, как оповещание. Так что имейте это в виду, когда приглашаете на сайт своих земляков, потому что кто-нибудь из них вдруг окажется тем самым приключайником, который сделает приключайником и вас тоже. Ну и, конечно, приобретайте мои диски, приобретайте продукцию Маркин Продакшн, пейте Маркин кофе, наслаждайтесь вкусом настоящего цейлонского Маркин чая и получайте не только удовольствие, но и марки. Чем больше у вас марок, тем больше шансов попасть на Цейлон и получить путевку в подарок. Как, например, Маша Канди, которая в этом году получила путевку как чайный счастливчик, а до этого она получала путевку как победитель конкурса «Чистушек», например. И ее обозначайник я вытащил из чайного лототрона, потому что Маша весь год потребляла много Маркин чая. Нескучайники, завлечайники, соучайники, активнее участвуйте в жизни нашего клуба «Нескучай», который находится на самом позитивном в мире сайте markin.ru. Цейлон ждет вас. Как говорится, не скучай, пей Маркин чай, Маркин радио включай и подарки получай. А я ночью, днем и поутру жду вас всех на Маркин.ру. Специально для нескучайников с берега Индийского океана, со сказочного острова, где растет и производится настоящий цейлонский Маркин чай. Февраль 2012 года. Всегда ваш Владимир Маркин. Пока! Пока!